Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы нас слышите? Поставьте плюсики. Отлично! Еще раз добрый вечер, дорогие друзья! С вами сегодня на встрече Раиса и Рамиль Рафикова, и мы рады показать вам потрясающую возможность, которая, возможно, изменит качество вашей жизни. Мы знаем, что нет ничего нереального в нашей жизни, все зависит от того, какие мысли мы имеем, какие у нас есть мечты, как мы правильно относимся к ним и какие решения мы принимаем, от этого будет зависеть наша жизнь. И мы хотим, чтобы вы смогли создать свою историю успеха и получили жизнь вашей мечты. Поэтому мы начнем рассказывать сегодня именно с нашей истории, как создали мы свою историю успеха. Начнем с того, кем мы были и кем мы стали. Хорошо. Ну и вообще нам приятно ближе с вами познакомиться. Мы надеемся, что с каждым из вас у нас будет возможность лично еще дополнительно пообщаться. Итак, как же все-таки молодые студенты в очень старом задрыфанном общежитии смогли добиться за очень короткий срок больших результатов в изменении своей жизни? Я знаю, что многие из вас слышали когда-либо истории от ваших знакомых, близких или читали в книгах истории людей, которые могли вас мотивировать. То есть вы слышали о том, что кто-то разбогател, кто-то стал счастливее, кто-то там лотерею выиграл и так далее. Но что-то в их жизни произошло необыкновенно благодаря какой-то одной встрече, да, какой-то информации, которая просто изменила их жизнь. И вот таким образом в 95-м году нам попалась уникальная возможность. Я очень счастлива, что Рамиль сумел убедить меня тогда, неверующий вообще в новые такие возможности, убедить меня в том, что эта возможность на самом деле очень перспективная, и она сможет достичь всех наших мечтаний. Вот одна из историй помогла вдохновить молодых и бедных студентов. И, конечно же, нам очень хотелось изменить нашу жизнь. И мы очень твердо приняли решение заняться бизнесом, о котором мы сегодня вам расскажем. И именно вот это решение очень много изменило вообще в отношении к событиям в жизни и в целом, что произошло в дальнейшем. Я учился в Академии гражданской авиации в Санкт-Петербурге, и ребята все время приносили различные варианты заработков, и один раз принесли журналы красивые, сочные такие, с краски были, где показывались на фотографиях люди счастливые, с улыбками, и писалось, что эти люди независимые, свободные, путешествуют, нигде не работают и очень богатые. И мне стало интересно, как можно так зарабатывать деньги, не работая, путешествуя. Заинтересовал этот стиль жизни, и я начал изучать эту возможность. И таким образом я познакомился вот с этой возможностью, которой мы хотим с вами сегодня и поделиться. А первоначально мы, конечно, были очень в тяжелом положении, так как в 90-х годах началась перестройка. Это для всех было, конечно, тяжело, но для нас было это особо тяжело, потому что нам пришлось поменять место жительства. Мы переехали с горячей точки Таджикистана в Самару, где не было ни жилья, ни знакомых, ни друзей. И буквально с нуля, так скажем, начали подниматься. Первое время мы жили в страшном общежитии, как мы уже писали, в задрыпанном. Но у нас было очень сильное желание заработать. Мы пробовали всякие бизнесы, в том числе и традиционный бизнес. Но это все было, ну, наступание на грабли в какой-то степени. Ну, на самом деле, это помогло нам приобрести зимнюю одежду, пережить первую зиму голодную, когда нам приходилось под снегом на загородных полях собирать оставшийся картофель, морковь и так далее. И этим образом мы смогли прожить, но вот эти трудные ситуации в жизни многих людей заставляют серьезно задуматься над смыслом жизни, над тем, а так ли мы хотим вообще жить, почему такое произошло, что мы можем сделать, чего мы достойны в этой жизни, да? Потому что бывает так, что если более-менее что-то организовано, это расслабляет человека, и он не замечает, как проходят дни, месяцы, года, и ничего реального в жизни не происходит. Но у нас настолько была тяжелая ситуация, что мы не могли не думать, нам нужно было подумать, что же можно сделать. И мы жили в общежитии медуниверситета в центре Самары, есть
здание до революции это здание было тюрьмой, где сидел Куйбышев, и сейчас вот эти вот камеры в этой тюрьме, был там сделан ремонт, и они уже преобразовались в общежитие для студентов. Это первое общежитие, сейчас в Самарском медуниверситете 5 общежитий, но вот это здание находится в центре города, его не сносят, потому что это как историческая такая вот память, да, о том, как было. И именно мы себя чувствовали, что мы находимся в тюрьме, не было денег, не было одежды, не было посуды, не было возможности найти друзей, потому что люди ходили в кино, наши сверстники, люди где-то общались, где-то тусовались, у нас не было такой возможности, мы, в принципе, и стеснялись со многими познакомиться, но мы хотели жить по-другому. И вот здесь на фотографии есть кадры из нашей личной жизни, они очень интимные такие, это наш первый сыночек, который родился там, и вот вы видите, как ванночки нам приходилось купать, для этого мы согревали воду на электрической плитке, добавляли туда чуть-чуть марганцовочки или отвар ромашки, чтобы его купать, но каким-то образом пытались создать какой-то уход за нашим ребенком, но, соответственно, нам это все не нравилось. Приходилось фильтровать воду, все, что мы могли, старались дать ребенку. И когда ему было несколько месяцев, я попала в Москву, увидела огромный зал, где было огромное количество людей, которые за короткий промежуток времени достигли больших достижений в жизни, я поняла, что ради моего ребенка я сделаю все возможное, чтобы на самом деле подняться, и он жил совершенно в других условиях. Это было самым огромным стимулом для нас найти новые возможности. И мы решили серьезно заняться бизнесом сетевого маркетинга. Честно сказать, что первоначально я к нему относилась вообще никак. Мне даже страшно было, что Рамиль этим заинтересовался, потому что опасалась всего. Опасалась, что какая-то американская компания, все было новое для нас. Мне казалось, что это какая-то пирамидальная система, где нужно обманывать людей вот в этой системе. И я не хотела этим заниматься. Либо нужно было брать продукцию в больших сумках, бегать по городам и продавать этот продукт. Оказалось все по-другому, и Рамиль очень тщательно изучил этот бизнес в Санкт-Петербурге. Привез эту информацию в Самару, и на протяжении первых двух недель мы буквально зачитывались в этих книгах и изучали правила этого бизнеса, изучали принципы успеха в этом бизнесе, с чего нужно начинать. И больше всего нам понравилась мощь силы рычагов. Это то, что здесь с каждым днем у нас увеличивается эффективность вложенных усилий нашего времени в несколько раз, то есть в геометрической прогрессии. Когда мы работаем на обычной работе, мы просто тратим свое время на деньги. В этом бизнесе раз вложенное время и усилия годами будут давать тебе доход, который позволит приумножаться. И приумножение идет за счет силы дупликации, то есть этот бизнес повторяют наши бизнес-партнеры, которые заинтересованы развивать собственный бизнес. Наша задача правильно научить их понимать этот бизнес и его развивать. И когда человек уже осваивает правила этого бизнеса, он сам начинает развивать собственный бизнес, но мы пожизненно получаем авторский гонорар, процент за то, что мы смогли обучить этого человека этому бизнесу и помочь компании таким образом развиваться. И сила дупликации настолько велика, что, чтобы по-простому понять, если вы находите двух партнеров, первый месяц обучаете их, как нужно развивать этот бизнес, то в следующий месяц они каждый приглашают по два партнера, по два партнера, то есть на второй месяц в сумме у нас 6 партнеров. В следующий месяц количество партнеров удваивается, и с каждым месяцем количество наших бизнес-партнеров приумножается, и таким образом через год организовывается очень серьезный бизнес, за который мы получаем процент уже во время действий нашего бизнеса. Это очень мощный инструмент, и здесь есть возможность передать этот бизнес своим детям, своей семье, получать остаточный доход, то есть поработав серьезно 5 лет в этом бизнесе, вы можете коренным образом изменить качество своей жизни. Именно сегодня мы вам расскажем, что происходило с нашей жизнью на протяжении первых лет, буквально, еще когда мы были студентами.
Вот когда мы поняли принцип сетевого маркетинга, мы стали изучать различные компании, тогда их было немного на российском рынке, и мы изучили 5 компаний и выбрали одну, которая по всем параметрам подошла нашим жизненным принципам, и та компания, в которой мы увидели собственную перспективу. Это компания New Waste, которая привлекла нас щедрым маркетинг-планом. То есть это система вознаграждения за товарооборот, сделанный нашей командой бизнес-партнеров и всех потребителей, которым нравится продукция компании New Waste. На самом деле мы изучаем уже маркетинг-планы на протяжении 17 лет, и если бы мы встретили лучший маркетинг-план, однозначно у нас хватило бы сил и энергии развивать дополнительный бизнес, если бы мы видели какие-то преимущества в другом бизнесе. В компании New Waste очень щедрый маркетинг-план, о нем мы расскажем чуть позже. Нам понравилось, что здесь очень широкий ассортимент продуктов, которыми люди пользуются каждый день. То есть нам не нужно менять привычки людей, нам не нужно обучать пожилое поколение обязательно приобрести себе айпады, там, да, то есть какие-то продукты, которые, может быть, им нужны либо один раз в жизни, либо им вообще не нужны. То есть здесь используется ассортимент продуктов на каждый день, которыми люди пользуются. Постоянно эти продукты заканчиваются, и люди вновь и вновь приобретают их, если им этот продукт понравится. И здесь, естественно, возник вопрос, где выбрать качественную, эффективную продукцию, потому что наша задача сохранять взаимоотношения на длительное время, и именно качественный, эффективный продукт позволяет нам расширять рынок потребителей. И удерживать их, да? И компания New Waste предлагает очень качественные и эффективные продукты, которые не только помогают нам продвигать бизнес, но благодаря продукту мы смогли найти огромное количество потрясающих людей. Они теперь наши друзья, и работая сейчас через интернет, у нас очень огромное количество друзей по всему миру. Ну и, конечно же, если мы рассматриваем бизнес-возможность, это стабильность и динамичное развитие компании. И хочу сказать, уже на тот период компания очень динамично развивалась и показала себя как стабильная компания, которая уже работала более 5 лет и активно развивалась во всем мире. А сейчас мы видим новую волну роста и развития этой компании и видим огромные перспективы. Я думаю, что вы сами в дальнейшем поймете, почему, когда мы покажем именно те события, которые происходят на данный момент. Ну и, конечно, в бизнесе огромное значение имеет порядочность и профессионализм тех людей, которые показывают нам этот бизнес и ведут нас как бизнес-партнеры, являются наставниками в этом бизнесе. Порядочность играет очень большую роль, потому что сейчас можно встретить на рынке огромное количество возможностей, которые, ну, обещают прям миллиарды заработать там за ближайшее время, стать богатыми людьми, но для этого нужно, как сказать, не иметь совести при этом. То есть для меня это однозначно не подходило. Мы желали в Самаре найти очень хорошие связи, друзей. Для нас было очень важно именно иметь поддержку порядочных и профессиональных людей. И здесь мы это все увидели. И, конечно же, это помогло принять решение очень серьезно заняться этим бизнесом. И первые 2 недели мы готовились к нашей первой встрече и находили бизнес-партнеров. Ну и вот благодаря правильному выбору нашей компании, щедрому маркетинг-плану, широкому ассортименту продуктов, нам очень легко было строить наш бизнес, и мы начали расти по карьерной лестнице компании, начали зарабатывать себе на машины, на жилье, помогли своим родственникам выбраться из тяжелого положения, потому что на самом деле родителям, например, было очень сложно после переезда из теплых краев в Россию, живя в деревне, приходилось нелегко. И вот здесь вы на фотографии видите наш первый автомобиль. В 96-м году мы его приобрели на бонусы от компании. И первая наша квартира в Самаре, которую тоже мы приобрели именно на бонусы от компании. И, конечно, если бы у нас не было цели, если бы мы не хотели этого на самом деле и не действовали, не использовали бы четкую бизнес-систему, то, конечно, этого ничего бы у нас не было, потому что под лежачий камень, как говорят, вода не течет.
Вот здесь на слайде вы видите фотографии, это наше новоселье, это первая встреча с нашими близкими друзьями, которые вместе с нами радовались покупке нашей квартиры. И я хочу сказать, что это был конец 98 года, сразу после кризиса. Компания New Ways позволила нам, студентам, я еще тогда не закончила медуниверситет, уже приобрести машину, квартиру, и буквально сразу через 2 месяца после покупки квартиры мы оказались в Америке. В 99 году, в январе, мы уже посетили город Атланту, где проходила конвенция, где со всего мира съехались лучшие, успешные дистрибьюторы и компании, и мы увидели потрясающий рост, и там впервые выступали ученые, которые показывали качество продукции на слайдах с помощью специальных исследований проведенных. Было определено, что продукция компании New Ways опережает ведущие компании на рынке на 15-20 лет по своей технологии производства продуктов. Но, побывав в Америке, для нас это была первая зарубежная поездка. Мы поняли, что на самом деле у любого человека есть возможность получить свободу, если вы этого хотите. Конечно, свобода просто так может прийти, ну, я не знаю, в сказке, в кинофильме, да, выиграв какую-то лотерею, вы можете выиграть, но вы тут же можете потерять то, что вы получили. В этом бизнесе то, что мы получали, оно только приумножалось. Здесь вы видите на фотографии, как Рамиль машет рукой у подножия статуи свободы. Именно здесь я почувствовала вот эту волну, я плакала навзрыд от того, что на самом деле открывались глаза, и мы уже верили в каждого нашего дистрибьютора, что каждый из наших дистрибьюторов, которых мы знали близко, которые приходили к нам со $100 в кармане как самый большой капитал, да, чтобы развивать как-то бизнес, и через 2 года покупали квартиры в центре Самары, для нас это было очень приятно, что мы смогли изменить жизнь других людей. И вот когда ты можешь влиять на жизни других людей, это гораздо лучше, чем просто ты имеешь возможность заработать деньги. И тогда, путешествуя по Америке, мы побывали в очень многих штатах, пообщались с крупными лидерами, которые получали по 50-100 тысяч долларов в месяц, и мы видели, какие они замечательные люди. Они были открыты, они были настолько душевны и интересны, и мы поняли, что в жизни можно зарабатывать огромные деньги, помогать другим людям, быть счастливыми людьми, жить свободным, здоровым образом жизни и подарить мечту другим людям. И вот именно после Атланты мы зажглись идеей показывать эту возможность миллионам людей. И теперь нам уже было не важно, возьмут они эту возможность или нет, мы продолжали этот бизнес. Наше путешествие нас зажигали на новые поездки, мы побывали во многих городах России, мы побывали во многих странах Европы, Турции, уже 7 или 8 отдыхали со своей семьей, в Греции, на островах Крит, Санторини, Родос, мы были в Чехии, в очень многих странах, и везде мы встречали тех людей, которые работают в New Ways, которые зарабатывают огромные деньги, и все они были обыкновенными, все начинали с нуля. И сегодня мы вам рассказываем об этом для того, чтобы вы поверили в себя и поверили в ту возможность, что в вашей жизни может тоже произойти нечто удивительное. Я хочу добавить, когда мы летели из Нью-Йорка уже обратно в Россию, в это время показывали мультфильм. Так получилось, что там этот мультфильм был на 2 языках одновременно. Нужно было просто канал переключить. И мы почти весь фильм сидели и слушали на английском языке и только по картинкам понимали смысл, о чем идет речь. И ну, такой фрагмент там был, что была телочка, которая не могла говорить, а мечтала стать оленем в упряжке Санта-Клауса, чтобы летать по небесам и раздавать подарки детям в новогоднюю ночь. А мальчик, который в это время рос вместе с этой телочкой, он все время мечтал о том, чтобы у него была семья и все прочее. То есть то, что он говорил, у него это происходило, а у телочки это не могло произойти, потому что она просто не могла сказать свою цель.
И когда уже в конце фильма мы случайно переключили канал с Раисой и досматривали этот фильм на русском языке, я просто вот, ну, хоть и мужчина, я навзрыд рыдал, плакал, потому что на самом деле после поездки в Америку, то, что наши цели, которые мы, в принципе, ставили себе, когда начинали этот бизнес, что они осуществляются, покупка машины, покупка квартиры, поездка на другой материк, через океан, в Америку, что мы зарабатываем огромные деньги, окружение. Что, какое у нас окружение поменялось, как мы смогли помочь родителям. Я плакал навзрыд не из-за того, что нам так легко все это далось, я плакал от того, что мне было обидно за тех людей, которые не могли поставить себе цель, которые не просто были потеряны в том, что они от кого-то зависят, от государства зависят или еще от кого-то. То есть полное неверие в себя. Вот это меня настолько трогало за душу. Это я, конечно, по большей степени переживал за своих родителей, что они такие вот после вот этой военных действий, они были на самом деле просто убиты, вот это морально убиты. Вот этот мультфильм, он настолько подействовал на меня, что действительно оно дало осознать, насколько важно ставить свои цели и именно их прописывать, проговаривать и управлять своими целями и приближаться к ним, действовать. И на самом деле огромное значение в развитии нашего бизнеса дали те тренинги и семинары, которые нам давали опытные люди в этом бизнесе, и они помогли нам менять наше мышление, верить в себя, работать с другими людьми. И постоянно мы пересматривали свои цели. Вот в новогоднюю ночь в 2004 году мы также перечитывали свои цели. Это у нас традиционно делается. И мы нашли записи в книжке, которые мы начинали, будучи первый месяц работы в этом бизнесе, мы прочитали, что через 10 лет у нас будет уже трое детей, и мы будем жить на берегу моря в собственном доме. На тот момент у нас было два сына, у нас была квартира в Самаре, мы путешествовали, но когда вот более-менее это все организовалось, мы как-то расслабились, мы просто в большей степени наслаждались жизнью, наслаждались воспитанием наших детей, но вот такой динамики развития у нас не было. И когда мы прочитали свою цель и поняли, что остался всего лишь один год, чтобы эту цель осуществить, чтобы прошло 10 лет с начала нашего бизнеса, что мы должны жить уже в собственном доме на берегу моря, мы вспомнили, что мы должны действовать, и тогда мы начали работать, и за год мы смогли добиться очень больших успехов. За 12 месяцев мы смогли заработать деньги, чтобы вложить в свою недвижимость здесь на берегу Средиземного моря на юге Испании. И на самом деле очень важно, насколько мы хорошо, точно знаем, что мы хотим, насколько мы готовы приложить свои усилия, будет зависеть, что произойдет с вами через год. И вот когда мы поставили уже четкую цель и разбили ее на промежуточные этапы, мы смогли заработать достаточную сумму денег, чтобы конкретно решиться переехать жить в то место, которое нам очень сильно понравилось. И здесь вы видите фотографию, и вот за моей спиной стоит папа Рамиля, как мы были счастливы, что они смогли увидеть океан. Когда они приехали к нам сюда в гости, мы побывали на Средиземном море, мы поехали на океан, и папа смотрел на эти просторы и был счастлив. И нам было приятно, что мы можем нашим родителям подарить такую возможность. И на самом деле все зависит только от того, какие мысли мы держим в голове и насколько мы решительны держаться за свою цель, не быть ведомыми. Я сегодня смотрела видеоролик, я его обязательно дам в нашей фокус-группе, как многие люди поддаются под чужое влияние, как многие люди заходят в лифт, сначала они просто заходят и встают так, как им удобно, затем заходят другие люди и автоматически все разворачиваются в одну сторону спиной к входу. Стоит одному повернуться, чувствуют другие дискомфорт, все поворачиваются. И сделана съемка много раз, как люди заходят и делают. И в жизни то же самое происходит. Мы часто ведемся за поведением окружающего нас вот такого людей, да, и забываем серой массой, да, и забываем про нашу личную цель в жизни, мы предаем свои мечты, и это самая большая ошибка у людей, что проходят годы, месяца, в нашей жизни ничего не меняется. Но как только вы проходите вот этот трудный этап, первые 9 месяцев достижения всех своих поставленных целей, вы заметите, что отношение окружающих к вам начнет меняться. Сначала
сначала они будут присматриваться к вам, затем они будут поглядывать и наблюдать, уже им будет интересно, а потом настанет такой момент, когда они будут гордиться тем, что они близко знакомы с вами. И поэтому наша задача просто поменять наше решение, взять ту возможность, которая близко вашим принципам жизни, которая честна, которая поможет не только вам подняться, а подняться вашим близким, вашим знакомым, и этим самым вы станете богаче. И знаете, я вот хочу вернуться на предыдущий слайд, почему сетевой маркетинг мы выбрали. Именно вот эта мощь силы рычагов, силы дупликации и остаточный доход, именно вот эти три составляющие, они нам позволили именно изменить нашу жизнь, спокойно переехать в Испанию жить. При этом организация вся осталась в Самаре, тогда не было интернета, когда мы еще переезжали. И через какое-то время мы начали уже активно изучать интернет и уже через интернет управлять нашей организацией. И вот именно остаточный доход, он как раз позволяет постоянно развиваться дальше, не зависеть от того, что тебе кто-то перестает платить зарплату или еще что-то. И вот переехав жить в Испанию, первые 3 года, пока мы обосновывались здесь, мы получали доходы от построенной организации, которая продолжала расти и развиваться в Самаре. И переехав уже жить в Испанию, я попробовала поработать на работе врачом. Я поняла, что это совершенно другой стиль жизни. Я очень скучала по нашему бизнесу. Я бывало сидела, смотрела журналы от компании «Новый» и плакала, что все поехали в новое путешествие. Я сижу в кабинете, не могу выйти. И мы решили серьезно заняться бизнесом, изучить возможности, которые позволят нам развивать бизнес дистанционно. И таким образом мы стали развивать наш бизнес через интернет. И как сейчас мы видим, что это дает огромные перспективы каждому нашему партнеру, потому что, умея управлять возможностями интернет, у вас возможности бизнеса приумножаются в 100 раз. Вот была тут фотография, это наш двор, это квартира, в которой мы сейчас живем. Наш ребенок теперь не пьет из фильтра, который мы показывали в начале. У наших детей хорошие возможности для развития. Есть бассейн, теннисные корты с видом на море, вокруг горы. Очень красивое место, круглый год тепло. Они занимаются спортом. И на самом деле мы очень благодарны компании, что она позволила нам так изменить нашу жизнь. И изучая уже возможности интернета, уже через несколько лет мы наконец-то смогли найти те рычаги и возможности, которые позволили нам на расстоянии находить новых бизнес-партнеров. И в 2010 году мы получили первую такую большую награду от компании. Мы стали лучшими рекрутерами года. И сейчас мы обучаем наших партнеров использовать эти инструменты для развития их бизнеса. В нашей компании есть возможность достигать больших успехов, зарабатывать деньги, но и также посещать очень мощные мотивирующие поездки. Вот здесь вы видите, как мы побывали в Черногории, мы побывали в Монако, увидели потрясающие места. И к нашему бизнесу сейчас присоединился наш сын, которого вы видели в самом начале, его зовут Равкат. И вот здесь он в обнимку стоит с Марджи Алипранди, она является мировой звездой в MLM-маркетинге, который получает около 100 тысяч долларов ежемесячно, иногда больше. Ее бизнес развивается практически по всему миру, она активно использует интернет, и своим собственным обаянием она смогла привлечь миллионы людей. И наш бизнес сейчас помогает развивать молодежь, это вот наш старший сын, и у нас еще 2 сыновей, то есть у нас 3 сыновей. Наш бизнес позволяет нам вести здоровый образ жизни, заниматься всем вместе спортом, путешествовать, и я думаю, что эта возможность может заинтересовать огромное количество молодых семей, которые мечтают быть рядом с детьми, заниматься спортом и чувствовать себя здоровыми, счастливыми. И сейчас мы хотим коротко показать возможности, которые даются вам. Что может дать компания лично для вас, что вы можете для себя полезное взять. Компания New Ways переводится как «Новые пути». Она дает новую возможность людям изменить качество своей жизни в виде производимой ею продукции. Это очень широкий ассортимент продукции, который не содержит вредных и потенциально вредных компонентов. Продукция широкого спектра. Здесь есть
есть и программа для здоровья, и коррекции веса, для занятий спортом и фитнесом, средства личной гигиены, которыми мы пользуемся каждый день, бытовая химия, огромное количество продукции. В дальнейшем вы можете познакомиться с ассортиментом этой продукции. Мы сегодня хотим показать, в чем отличие этой продукции, какие преимущества вы можете получить, какие выгоды вы можете получить, приобретая эту продукцию. Если рассматривать классическую цепочку продвижения товаров каждодневного использования, да, где мы обычно это покупаем? Мы покупаем это в магазинах, но прежде чем продукт попал в магазин, сначала производитель произвел этот продукт, и этот продукт проходит множество различных этапов, прежде чем человек покупает это в магазине. То есть туда добавляется реклама, оптовые поставки, розничные продажи, на всех этапах идет наценка, платится НДС, платится расходы на помещение, зарплату сотрудников и так далее, и для того, чтобы заработать деньги. Компания New Ways производит очень качественные, дорогостоящие продукты, которые не содержат вредных ингредиентов, и если они будут использовать классический метод продвижения товаров, то люди просто по дороговизне не смогут их приобретать. Поэтому компания использует выгодный способ приобретения. Здесь отсутствуют расходы на рекламу, расходы оптовых компаний, расходы магазинов, расходы на содержание всех этих сотрудников и так далее. Компания New Ways напрямую предлагает эту продукцию потребителям через дистрибьюторов. Дистрибьюторы – это те люди, которые сами попробовали какой-то продукт и рекомендуют своим знакомым эти продукты. В нашей жизни мы все занимаемся сетевым маркетингом. Каждый из вас, посмотрев какой-то фильм, рекомендует его своим знакомым, да, или какой-то новый продукт вам понравился, вы делитесь своими впечатлениями. Но за это вам никто не платят деньги. Фактически вы сделали качественную рекламу, раз по вашей рекомендации люди приобрели какой-то товар. Здесь получается, что дистрибьютор пользуется сам продукцией и рекомендует эти продукты другим людям. И благодаря вот этому качеству продукции и особому пути компания New Ways достаточно хорошо зарекомендовала себя на международном рынке. И поэтому вот в данный момент вы видите на слайде название компаний инвестиционных, которые сейчас инвестируют в компанию New Ways. Это Golden Gate Capital, Z Capital Partners и CAS Capital Advisors. У них очень большие капиталы, и я думаю, это не глупое руководство, которое видит в этой компании, в этой отрасли огромные перспективы, и особенно в этой компании, и соответственно поэтому они решили в нее инвестировать. Именно поэтому вот в этот год и на следующий год развиваются новые продуктовые линии, совершенно новейшие на рынке, которые будут существовать. Сейчас впервые будет представлена новая программа в Лондоне, затем на конвенциях в других странах, и благодаря вот этим огромным инвестициям идет развитие новых технологий для развития бизнеса в любом регионе, для каждого дистрибьютора, для каждого человека, который хочет развивать собственный бизнес. Мы сегодня хотим поговорить о возможности бизнеса New Ways, и поэтому нужно сказать, что помимо продукции, которая, безусловно, уже доказано, что она безопасна, качественна, ее выгодно приобретать по выгодному способу приобретения, и даже сейчас очень стильно и модно пользоваться этой продукцией. Именно поэтому многие политические деятели, крупные звезды, спортивные, олимпийские чемпионы, чемпионы уже официально в видеороликах показывают, что они пользуются этой продукцией. Продукция на самом деле работает сама за себя. Какие преимущества получает человек, который решает вступить в бизнес New Ways? Во-первых, все дистрибьюторы имеют скидку 37,5% для личного пользования продукции и имеют возможность получения прибыли при розничных продажах. Это первый вид дохода, который известен многим людям по традиционному бизнесу, то есть дешевле купил, дороже продал, да? Но это не самая главная возможность, который позволит вам добиться жизни вашей мечты. Именно о других возможностях мы сегодня с вами поговорим. В чем заключается основной бизнес? Когда мы находим новых бизнес-партнеров для нашего бизнеса, таким образом мы расширяем рынок потребителей и вообще бизнеса во многих странах и городах, да, в ваших регионах. И таким образом компания получает прибыль. Вот если взять 100% от прибыли компании, 48% возвращается самой компании на развитие рынка, на развитие новых продуктов, внедрение новых технологий, и 52%.
2% от прибыли выплачивается в виде премиальных дистрибьюторам по определенному маркетинг-плану. То есть это система выплат в зависимости от того, какую деятельность вы лично проявили в этом бизнесе. Эти 52%, они распределены равномерно приблизительно и выплачиваются в 6 видах бонусов. То есть вот это бонус чемпионов, мультиплекс, моментальный бонус, групповой бонус, лидерский бонус, автомобильно-жилищный бонус и бонус генерации. Сейчас мы немножко проговорим именно об энергичном старте, с чего именно начать бизнес. Любой бизнес, конечно, начинается с инвестиций. И первое, что нужно сделать, это инвестировать в бизнес-статусы. То есть это энергичный супервайзер или энергичный менеджер или энергичный экзекутив. И второе, это нужно изучить бизнес-систему, применить ее. И также применить маркетинговые инструменты, которые дает компания и наша команда Numax. Для автоматизации бизнеса через интернет. То есть нужно настроить правильно все маркетинговые инструменты. И на данном слайде вы видите именно, как можно приобрести статус энергичного супервайзера. Он стоит 375 условных единиц. Этот статус дает вам основной бонус, это 10% с товарооборота ваших закупок и закупок ваших дистрибьюторов. И здесь предложены варианты, какой вы можете выбрать набор. Для начала мы рекомендуем выбрать какой-то один продукт или какую-то линейку продуктов, допустим, косметическую линию или по уходу за волосами. То есть то, что ближе вам, для того, чтобы быстрее эту линию вам можно было изучить. И дальше уже работать с этой линией. Вот в данном случае на рисунке вы видите сок Нони. Это очень сильный продукт, уже хорошо себя зарекомендовал. И здесь вот вы видите подписанные для семьи, для клиентов, для презентаций. С одной бутылочкой для презентации вы можете найти множество клиентов. И вот этот набор из 9 бутылок, половину бутылок вы продаете своим клиентам по розничной цене и получаете розничную прибыль. 60%. За счет которой вы окупаете 4 бутылки, которые остаются для вашей семьи, для пополнения вашего здоровья, для повышения вашей энергетики, для снятия стрессов и так далее. И чтобы вам легко было продавать, одну бутылочку мы используем для презентации. То есть рассказывая о продуктах, мы угощаем наших знакомых этим продуктом, чтобы они почувствовали, насколько он вкусный, почувствовали результативность этого продукта. И таким образом вы не заметите, насколько легко в течение одного календарного месяца можно получить вот этот статус энергичного супервайзера. Сейчас это достаточно легко еще из-за того, что у нас идет очень мощная поддержка, обучение по продуктам, обучение и проведение презентации. Очень много видеоматериалов, которые позволят вам легко рассказать об этих продуктах вашим близким и знакомым. И вот этот статус вы можете приобрести в течение одного календарного месяца. Если вы выходите на этот статус, то есть приобретаете бизнес-пакет, автоматически у вас есть регистрация в компанию, вы приобретаете бэк-офис в электронном виде, с помощью которого вы можете контролировать, как развивается ваш бизнес. Через интернет вы можете отслеживать развитие вашей структуры, какие вы начисления получаете, контакты. В стоимость эту входит НДС и доставка. То есть при приобретении этого статуса энергичный супервайзер вы бесплатно получаете, само собой, регистрацию, бэк-офис, в эту же стоимость входит налог на добавленную стоимость и доставка. Ну, доставка по России бесплатно, это точно, по Украине пока еще платно, но я думаю, в дальнейшем это тоже будет введено как бесплатная доставка. Если вы имеете большие амбициозные цели и желание очень много изменить, то вы будете действовать активнее. У нас есть специальная бизнес-система, которая обучает, как в первый месяц получить статус энергичного менеджера, то есть сделать большее количество встреч, сделать их более эффективными. Для того, чтобы выйти на статус энергичного менеджера, в течение календарного месяца общая ваша закупка должна составлять 750 условных единиц. В этом случае вы дополнительно начнете получать 15% с товарооборота всей вашей нижестоящей организации уже постоянно. То есть в бизнесе New Ways преимущество в том, что вот во многих бизнесах, предлагаемых сейчас, ежемесячно нужно подтверждать свою квалификацию. В бизнесе New Ways, выйдя на ранг менеджер, вы будете сохранять этот статус длительное время, если будете даже просто потребителями и расширять сеть потребителей. То есть вам не нужно выполнять такие нормативы ежемесячно, это только в первый месяц.
Ну и, конечно же, для показа, что у нас очень широкий ассортимент, здесь приведены уже другие наборы. Любой дистрибьютор может самостоятельно выбирать то, что ему ближе, чтобы работать с теми продуктами, которые именно близки для вас. Для этого мы рекомендуем посетить встречи, где будет рассказываться именно об уникальности, эффективности данных продуктов. Также можно для очень активных людей стартовать в бизнесе как энергичный экзекьютив или директор. Вы будете уже получать максимальный процент 20%. Для этого достаточно в течение календарного месяца сделать закупку на 1250 условных единиц. На самом деле, лично у нас часто стартуют на этот статус дистрибьюторы, хотя в первую неделю у них есть желание выйти на статус менеджера или супервайзера. Но благодаря тому, что они правильно используют систему дупликации, у них получаются более значимые результаты в бизнесе, и они выполняют такую квалификацию. В этом случае вы помимо регистрации бэк-офиса электронного своего офиса, туда входит НДС, бесплатная доставка, и кроме этого вы выходите на дополнительный вид бонусов, это лидерский бонус, который дополнительно добавляется к тем бонусам, о которых мы сейчас расскажем. Для того, чтобы начать бизнес, обязательно нужно сфокусироваться на определенной цели. Мы рекомендуем взять фокус на 24 месяца, чтобы достичь ранга бриллиант в нашей компании. Этот ранг будет позволять вам получать минимум 10 тысяч долларов ежемесячно. В принципе, 24 месяца – это не 40 лет, чтобы через 40 лет получать пенсию 200-300 евро по российским данным, да? Поэтому, если 24 месяца работать так же, как обычные люди ходят на работу от звонка до звонка, и в таком ритме работать 24 месяца, то однозначно вы достигнете ранга бриллианта, и через 2 года вы уже будете иметь свободно ежемесячно заработок 10 тысяч долларов. Чтобы более четко себе представлять, откуда берутся деньги, мы немножко сейчас также познакомим с теми видами бонусов, которые компания выплачивает всем дистрибьюторам. И первый вид бонуса – это бонус чемпионов за то, что вы находите бизнес-партнеров, которые выкупают бизнес-статусы «энергичный супервайзер», «энергичный менеджер» и «энергичный экзекутив». Вы получаете за каждого такого новоподписавшегося, нового партнера 50 долларов в месяц его регистрации. И вот смотрите, если на примере, если вы подписали трех энергичных новичков, это могут быть супервайзеры, менеджеры или экзекутивы, вы получаете 150 долларов. Если вы подписали 100 таких энергичных новичков, то получаете 5000 долларов. И это только один бонус. Один бонус из 6 бонусов. Который мы уже получаем на самом старте. То есть любой человек, уже вступив в бизнес, привлекая именно бизнес-партнеров, получает вот этот бонус. Второй вид бонуса – это моментальный бонус, или мы его называем еще многоуровневый бонус. Здесь он платится по уровням. И, как вы видите, по процентам выгодно обучать свою первую линию или первый уровень, обучать, чтобы они тоже приводили новых людей, обучали их делать то же самое. Вы получаете с первого уровня 5%, со второго уровня 15% и с третьего уровня 10%. Это, так скажем, основные проценты, которые платятся всегда, независимо от того, сколько у вас в первой линии, в первом уровне дистрибьюторов. Вот эти проценты вы будете получать постоянно. Обратите внимание на следующую таблицу. Здесь вы увидите возможность увеличения количества процентов по этому виду бонусов. Во многих компаниях предлагается бинарный маркетинг, есть другие маркетинги, которые выплачивают проценты только с части построенной организации, то есть с половины объема. В компании с меньшей половины объема, да, когда вот бинар используется. В компании New Ways по вот этому виду бонуса мы получаем со всех уровней и со всей ширины. Обратите внимание, если в вашем первом уровне 12 активных партнеров, которые делают минимальную закупку, вы получаете, посмотрите на самый крайний правый столбец, какие проценты, то есть 5, 15 и 10% – это минимальный процент, который вы получаете по этому виду бонуса. Этот процент может увеличиваться в зависимости от вашей активности. До 21%. Следующий вид бонуса – это групповой бонус. Он уже выплачивается по карьерной лестнице в зависимости от ранга, на котором вы находитесь.
вы будете получать соответствующий процент с нижестоящей группы. Если вы являетесь экзекутивом, то основная бизнес-ступень, с которой вы начинаете уже получать хорошие комиссионные, это 20%. И кроме этого, вы начинаете получать по 20% с группы консультантов, 10% с группы супервайзеров и 5% с группы менеджеров, да? Я думаю, по картинке вам это понятно. И здесь есть еще один такой момент. Чтобы подняться по вот этой карьерной лестнице от консультанта до экзекутива, существует накопительная система, которая отсутствует во многих других компаниях. То есть можно от консультанта до супервайзера подняться за неопределенное количество времени. Никаких ограничений нет. Все ваши очки, которые вы приобретаете, накапливаются, суммируются. И в итоге также к ним суммируются объемы ваших дистрибьюторов, вашей организации. И когда накапливается 1000 очков, вы становитесь супервайзером. Когда у вас накапливается 3000 очков, вы становитесь менеджером. Когда накапливается 6000 очков, вы становитесь экзекутивом. И вот на следующем слайде я хочу показать разницу в том, что дает статус энергичный супервайзер, энергичный менеджер и энергичный экзекутив. Здесь разница ощутимая. Когда вы энергично стартуете, вы в месяц регистрации делаете 300 баллов, да, на 375 условных единиц приобретаете, вы получаете в подарок от компании 700 баллов и начинаете получать 10% персональную скидку и 10% с консультантов. Я думаю, это вам понятно, да, в чем разница. И уже к этой 1000, полученной в результате, будут накапливаться следующие закупки, следующие баллы, чтобы выйти на следующую ступень. И опять же, что касается статуса энергичный менеджер, то же самое. Вы приобретаете два набора для энергичного супервайзера. Это примерно на 750 условных единиц. Вы выкупаете всего 600 баллов, а получаете в итоге 3000 баллов. То есть компания вам дарит 2400 баллов. И уже в дальнейшем к этим 3000 идет накопление следующих очков, чтобы подняться на следующую ступень. Причем, если вы один раз в жизни поднялись на какой-то ранг, вы будете находиться на этом ранге до тех пор, пока не подниметесь на следующий. То есть уменьшение этого ранга уже точно не будет. То есть вы поднялись на одну ступень и на ней задержались до тех пор, пока не набрали сил, чтобы подняться на другую ступень. То есть мы на каждой ступени тренируемся, да, привлекаем новых людей, увеличиваем свой товарооборот, улучшаем свой профессионализм и, соответственно, растем и финансово, и морально, и в целом. Я думаю, вам понятно, да, в чем отличие вот этой лидерской групповой части. Для тех, кто любит считать, хочу сказать, вот смотрите, когда вы выходите на супервайзера на 300 очках, и вам добавляется 700, в результате вот с этих 700 вы в дальнейшем, если вы следующую закупку делаете 700, вы уже получите свои 10%. А если вы идете обычно за счет кумулятивных объемов, то вы вот с этих 700 10% получать не будете. То есть это минимум $70 вы экономите. Если вы выходите энергично на ранг менеджера, в результате у вас там 2400 очков вам дарятся. Это, посчитайте, 15% от этой суммы. Какой доход со следующих вот этих 2400 сэкономленных человек может терять, если он не идет энергично, не вступает в бизнес? Ну, давайте перейдем к следующему слайду. Следующий бонус – это лидерский бонус. Он начинает выплачиваться уже с того момента, когда вы достигаете ранга экзекутива, и под вами появляются такие же экзекутивы. В этом случае вы начинаете получать, давайте лучше посмотрим на следующий слайд, на табличку, где уже показаны конкретные проценты. Если в вашем первом уровне от 3 и больше активных экзекутивов, то вы начинаете получать 5% первого уровня, со второго и с третьего уровня и плюс 3% с бесконечности. То есть, если под вами есть еще в четвертом уровне, допустим, экзекутив, вы с него получите минимум 3%. Это очень хорошие проценты для тех людей, кто знает, как работают маркетинги, вообще в сетевом маркетинге, какие существуют. Лидерский бонус компании New Ways высокооплачиваемый и достаточно стабильный. Очень высокий процент, потому что минимум вы получаете 5%, максимум получаете 12%. Да? Если сравнить самый древний маркетинг-план, то там лидерский
в лидерской части с первого уровня платится 4%, со второго 1%. Я не буду говорить, какие это компании, но есть такие маркетинг-планы. Во многих компаниях очень маленький процент от лидерской структуры. Части. Поэтому здесь очень щедрый на самом деле маркетинг-план. И следующий вид бонуса, мы называем его автомобильно-жилищный бонус. Он начинает выплачиваться с момента, когда вы достигаете ранга Senior Executive, и вы начинаете получать дополнительно 15% к вашему бонусу. Бонус должен составлять минимум $1000, и вот если вы считать умеете, то уже давно подсчитали, 15% от $1000 – это $150. Если вы получаете, соответственно, больше, там, допустим, 2000, 3000, то умножайте на 15%, и вы, соответственно, получите с $2000 $300, с 3000 это будет $450, с 4000 это $600 и так далее. То есть это достаточно хороший бонус тоже, который очень ощутим, когда у вас большие бонусы выплачиваются от компании. На самом деле мы уже таким образом получили 3 автомобиля в подарок от компании, и сейчас живем в очень элитном микрорайоне, здесь на берегу Испании, и ипотека оплачивается за счет жилищного бонуса. Это прекрасная возможность не только для молодых людей получить автомобиль своей мечты, но и также для большинства людей улучшить свои жилищно-бытовые условия. И компания New Ways дает такую потрясающую возможность. Ну и последний вид бонуса – это 6-й вид бонус генерации. Это очень серьезный уже такой уровень, когда под вами огромные структуры, компания дополнительно вам начинает платить еще по 0,5% со всего товарооборота вашей структуры, если под вами находятся такие же даймонды, сеньор даймонды. То есть помните, да, на картинке наша цель – это достичь бриллианта, да, бриллиант или по-английски diamond. И обратите внимание на то, что это 6 видов бонусов, которые компания выплачивает в виде комиссионных непосредственно от товарооборота. Мы сюда не включаем тот бонус, который вы можете зарабатывать, продавая продукцию в розницу. И также существует множество различных дополнительных подарков, поощрений, путешествий бесплатных от компании, которые вы в дальнейшем можете получить. Сейчас мы с вами рассмотрели 6 видов бонусов, которые позволят вам на самом деле получать хорошие доходы. Для того, чтобы этот бизнес развивался, конечно же, так же, как и в любом деле, мы должны получить поддержку и знания. И вот эту поддержку дает сама компания и система обучения команды NewMax, нашей команды успешных дистрибьюторов, которые уже показывают потрясающие результаты использования не только интернета, но и бизнес-системы, которая позволяет очень активно динамично развиваться в этом бизнесе даже новичку, который впервые вообще знакомится с этим видом бизнеса. Для поддержки для каждого дистрибьютора предлагается корпоративный сайт, который нужно настроить. Это помогут вам ваши спонсоры или мы. И этот сайт будет вашим именным, который вы можете рекомендовать своим близким, знакомым. И также, работая в интернете, в социальных сетях, вы можете, правильно настроив ссылочку на этот сайт, эти люди будут попадать на корпоративный сайт, очень оснащенный, очень современный, хороший сайт, насыщенный, и уже под вашим именем. Для обучения проводятся регулярно 2 раза в неделю вебинары от самой компании, в понедельник по бизнесу, в четверг по продукции. Кроме этого, в нашей команде NewMax проводится огромное количество дополнительных бизнес-вебинаров, вебинаров по продукции, которые помогут вам легко привлекать людей. То есть вам достаточно будет пригласить к своему компьютеру ваших знакомых и близких, которые также вместе с вами будут обучаться. Личный кабинет позволит вам всегда следить за развитием вашего бизнеса, за развитием и увеличением ваших доходов, за тем, как динамично развиваются ваши дистрибьюторы, кому нужно оказать поддержку и так далее. То есть это ваш личный бэк-офис. Также компании New Ways предлагается бесплатно рекрутинговая страничка, личная страничка
страничка, которую вы будете рекомендовать в интернете. Попадя на эту страничку, люди познакомятся с продукцией, с компанией, с бизнесом и по желанию могут стать либо вашими клиентами, либо бизнес-партнерами. И, конечно же, огромное количество аудиовизуального контента, который позволит вам получить нужную информацию в электронном виде. И таким образом вы получите поддержку. Кроме этого, огромное количество полиграфической продукции, которую вы можете иметь всегда у себя в сумке, раздавать своим знакомым и близким. Что же нужно делать, с чего нужно начинать этот бизнес? В первую очередь нужно иметь свою четкую цель, поставьте цель, которую вы хотите достичь. И поставьте для себя твердое решение, что несмотря ни на что, вы сможете добиться этой цели. Во всяком случае, пройдите курс семинаров, которые помогут вам правильно сформулировать и распланировать цели ваши и действовать. Для того, чтобы конкретно заняться бизнесом, вы должны инвестировать в бизнес-пакет и себе получить бизнес-статус. Либо вы будете просто клиентом этой продукции, либо вы стартуете в бизнес и начинаете с энергичного супервайзера, менеджера или экзекутива. Для этого обязательно после нашей встречи свяжитесь с теми людьми, кто пригласил вас на эту встречу. Они вам расскажут, как это сделать легко и профессионально. После того, как вы с этим разберетесь, вам обязательно нужно настроить все маркетинговые инструменты для автоматизации бизнеса, потому что в наше время новых технологий, интернет позволит вам облегчить работу с вашей организацией, с обучением ваших бизнес-партнеров, с привлечением людей в ваш бизнес и так далее. Все это сейчас настроено уже на автопилоте. Ваша задача правильно настроить свои личные инструменты, чтобы они за вас работали и помогали вам развивать ваш бизнес. Итак, вы должны поставить свою цель, сфокусироваться, что этот бизнес не строится за одну неделю. Это не финансовая пирамида, это не игра в лотерею. Это серьезный бизнес, в котором нужно обучиться работать профессионально. Реальных результатов вы начнете ощущать только через полгода. Но чтобы стать бриллиантом и получать доходы 10 000 и более, минимум вам нужно потратить 24 месяца. Наша бизнес-система построена так, что через 24 месяца, если вы будете просто идти шаг за шагом, вы обязательно этого достигнете. Мы желаем вам огромных успехов, и мы твердо уверены, если мы сами смогли без опыта, без начального финансового капитала, без поддержки, без интернета, без литературы, без телефона даже, смогли изменить качество нашей жизни в течение первых трех лет, тогда сейчас вы сможете это сделать гораздо лучше. Я уверена в этом, потому что я знаю, что ваши способности, возможно, намного превосходят, чем те возможности, которые были у нас тогда. Мы рады сотрудничать с каждым активным дистрибьютором, поэтому держитесь на связи со своими информационными спонсорами сразу после встречи, сейчас обязательно свяжитесь с ними и обсудите все возникшие вопросы. Спасибо огромное за внимание, за то, что вы нашли время и пришли на наш вебинар. Следите за рассылками и будьте на связи. Всего хорошего, до связи.